ты уже два раза стал чемпионом медийной футбольной лиги. Не хочется ли тебе какого-нибудь, ну, нового вызова, там, в другую команду перейти? Ну, в Броуки, например. Не-не-не, я тут рос всем сердцем, это первая команда, которую я на Ютубе начал смотреть. Первые ребята, которых я знал, там, Зеленограда, Футуз, Белка. Поэтому я изначально болел только за Тутроц и никакую другую команду не рассматривал.